Здесь я еще не был. Сейчас поисследуем локацию. Посмотрим, что нас ждет. Какие-то носороги стоят. Так, сюда мне тоже. А нет, можно пробраться, да? Тут ничего интересного тоже нету. Здесь дверь закрыта. И туда. Никак не пробраться. Только вниз. Один путь вниз. Поговорить с основателем Фордом. А вот и... Поговорить с основателем Фордом. Охренеть, я чисто случайно стрельнул, короче. Чтоб меня. Не думал, что снова увижу человека. Как тебе удалось пробраться в этот мир? Корневая мать. С чего ей посылать тебя за мной? Корень на атолле? Это блок 17. Но зачем тебе это? Черт. Костелап источник. Путь открыл спящий Харсгаарда. Труд всей моей жизни. Предупреждаю, это опасный путь. Но ты можешь. Ты можешь сделать то, чего не смог я. Чем могу помочь? Харсгаард. Безумец напрямую подключил спящего к корню. С этого все и началось. Никогда его не видел. Откуда? Корень шел отовсюду. Но если костелап центр, вот что. Я знаю, как попасть внутрь. В блоке 13 есть зеркало. Не в главных залах. Оно закрыто на нижних этажах. Оно действует как путь в другие блоки. Вот. Эта карта разблокирует компьютер, подключенный к зеркалу. Ага, отлично. Эта карта разблокирует компьютер, подключенный к зеркалу. Да, конечно. Помнишь мой кабинет? На верстаке лежит ключ-карта. Да, с ней ты сможешь попасть в блок 13. Спустись на нижний этаж базы и найди закрытую дверь. На нижний этаж и найти закрытую дверь. Конечно, только не теряй времени. Корень не станет ждать. Черт его знает. Корень был здесь с самого начала. Если им повелевает дракон или кто-то еще, подготовься как следует. Не жди быстрой победы. Взгляни на меня. Разве я еще способен на это? Я хочу сражаться. Но годы уже не те. Вся надежда на тебя. Ответ был у меня прямо под носом. Как жаль, что я перестал его искать.
но даже достигнутое дорого мне стоило. Я отказался от всего. Всех, кого любил. С меня хватит. Нет, я не говорю, что не стоит пытаться. Особенно, когда уже нечего терять. Но сделай себе одолжение. Помни о том, через что пришлось пройти, чтобы добраться сюда. Удачи тебе. Пригодится. Карта основателя. Спуститься в нижний блок. Хочешь узнать что-нибудь еще? Удачи тебе. Так, а здесь я не открою ничего. Там закрыто все. Возвращаемся в блок 13, он сказал. Мне надо вернуться в блок 13 и открыть нижнюю дверь. На самый нижний этаж. Так, здесь ничего нет. Идем вот сюда, по центру. Там нет ничего, здесь у нас. Ага. Так, здесь у нас тоже ничего. Вот оно, зеркало, кстати, по-моему. Оба-на. Коробка с боеприпасами, заначка. Хера себе, зеркало открыл. Типа куда-то в другой вход, что ли? Охренеть. Положить конец корню. Я в самый низ прям спустился.
Камень прям он связан корнем. А я думал, тележка-то развалится. Оп-оп-оп, что за телевизор? Ага, прохода нету. Фига себе, там еще и контрольная точка есть. И вновь дети ядра жаждут изменить неизбежное. Им неведомы истины. Мы несем... Дети, мы несем чистоту в хаос. Мы несем мир в наших руках. Дети противятся неизбежному. Сражаются в... Их жалко. Сколько бы раз они не восстали, они проиграли. Их время ушло. Победить спящего.